Castran Soil начал растить свои будущие кадры со студенческой скамьи. В компании реализуют программу оплачиваемой производственной практики. Насколько эффективен такой метод обучения, лично проверил глава компании. Димаш Досанов встретился с практикантами. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Нефтегазовое дело студентка Алматинского вуза Дана Алимкулова изучает уже третий год, но признается, только здесь, на производственной практике, начала понимать, чем будет заниматься на своей будущей работе. Мы узнали о транспортировке нефти именно у нас в Казахстане, ознакомились со всей документацией, со всеми схемами. Сейчас производственную практику в 10 региональных подразделениях Castran Soil проходит больше 200 студентов, 11 вузов и 10 колледжей страны. Генеральный директор компании Димаш Досанов лично проверил, насколько эффективно работает программа обучения и что еще необходимо сделать, чтобы улучшить качество подготовки молодых специалистов. Это практика оплачиваемая, что оказывает все-таки еще и социальную поддержку студентам. В первую очередь мы рассматриваем студентов из социально уязвимых слоев населения. Плюс непосредственно, самое главное, конечно, выбираем студентов для будущей замены наших кадров. Отрасль – одна из самых динамично развивающихся, автоматизированных и технологичных. Освоить все это за партой просто невозможно. А за наставничество персонал получает прибавку к заработной плате. Мы хотим свой опыт передать. Многие хотят, конечно, в нашей организации, компании поработать. Они относятся серьезно. Проект по подготовке инженерно-технических кадров для нефтегазовой отрасли рассчитан на 5 лет. В этом году он охватит 430 студентов. Для лучших из лучших практикантов в компании будет сформирован пул вакансий. Илона Чаусайлау, Игликов, Хабар 24, Караганда.